кислотно-оранжевый и салатовый. В народе эти цвета называют «вырвиглаз», а на неделе моды – главным трендом. Дизайнер Белла Потемкина уверяет, без неона ты вчерашка. Обязательно нужно иметь хоть одну вещь неоновую в своем гардеробе. Это самый модный цвет весны-лета 2019. Он только надвигается. Но увидите, буквально месяц, это будет просто бомба. Главный плюс – пешехода в брендовых вещах будет видно за километр. Минус – цена. Мы стараемся коллекции делать более демократичными. Футболочки у нас от 6 тысяч, платье от 12. На среднюю зарплату в провинции можно купить 3 футболки.